Вот теперь мы послушаем еще одно ансамблевое произведение для фортепиано в четыре руки, которое создал Франц Шуберт. Я хочу пригласить на сцену. Играют Ольга Мызникова и Наталья Николаева. Пожалуйста. Я должна только сказать, что произведение называется у Шуберта «Аллегро и Андальтино». В Австрии и вообще вот в Вене были очень развиты, как я уже говорила, традиции музицирования. И, конечно же, Шуберт много писали композиторы ансамбли. И, в частности, в четыре руки. Это тоже очень такая давняя традиция, венская традиция. Вот после того, как мы сейчас послушаем, мы чуть-чуть посмотрим, так коснемся Вены, как города. У нас, по-моему, есть возможность показать маленький фрагмент фильма. Но это после музыки. Пожалуйста.